Последние новинки в развитии индустрии бизнеса, модернизации и переоснащении предприятия, а также вкусные и полезные продукты питания – все это можно увидеть, посетив гостинично-ресторанный форум. Впервые он объединил сразу три специализированные выставки и насыщен интересными событиями. Программа действительно разнообразна. Она привлекает рестораторов и ательеров города Сочи всевозможными мастер-классами от ведущих шеф-поваров России, семинарами по дизайну, которые впервые в этом году мы проводим. А для обычных жителей каждый год мы проводим народный дегустационный конкурс, на котором они могут попробовать все широкое разнообразие, которое представлено на выставке. Свою продукцию представляют ведущие российские и зарубежные компании, большой ассортимент товаров от краснодарских производителей. Они примут участие в конференции на тему развития поставок в Сочи. Для нас Сочи чрезвычайно важен с точки зрения обеспечения предприятий этого муниципалитета продукции, выпускаемой в первую очередь в Краснодарском крае. Мы проводим совещание, посвященное развитию этого взаимодействия и ходу реализации этих дорожных карт, которые утверждены на краевом уровне, и мы сегодня проконтролируем, как эти карты реализуются на территории города Сочи. Профессионалы ресторанного и гостиничного бизнеса найдут на площадке форума все необходимое технологическое оборудование, мебель и сопутствующие материалы. Простые обыватели также отмечают для себя массу интересных и нужных товаров. Мне очень нравится эта выставка. Ассортимент продуктов великолепный. Ценовая политика очень приемлемая. Здесь и мебель, и кашпо, и посуда. Можно получить консультацию и даже по приготовлению пищи. Посетить экспозицию форума можно с 6 по 9 апреля в выставочном центре на Несебрской 1Б. Время работы с 10 до 18 часов. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.